Всем добрый день. Это дневной у нас будет на Гренаде. Или под Гренадой, не знаю. Сегодня я прогулялся тут немножечко по улочкам. Вы увидите эти ролики завтра, послезавтра. Я не знаю, когда там получится. Температура воздуха однозначно, могу сказать, плюс 6 градусов, холодно. Хочется пробежать туда, но я уже показывал, что нет-нет, да тут такие волны бывают, что прямо здесь, где я сейчас стою, можно промокнуть. Вот прямо сейчас. Прямо сейчас чуть не промок. Вот, видите? В Лазаревском моросит дождик. Когда вы будете смотреть ролик про улицу Победы, поймете, что я вышел даже без зонтика в надежде, что будет все хорошо. Но попал под раздачу, пришлось вернуться домой, взять зонтик и только потом пошел гулять дальше. Ого! А там вон парнишка. Или парнишка, мужчина. Разделся. И прям под вот этим вот всем идет купаться. Не знаю, успею я включить. Айфон отключен. Оба-на. Вот так вот. Хотел снять вам и выйти в эфир, но айфон отключен. Вот мужик пошел купаться, смотрите. В прямом смысле этого слова полез в воду. К сожалению, мой айфон отключен. Я не смогу вам снять это видео, точнее, может быть, вы его и рассмотрите. И собака к нему полезла. Реально, мужик вон из волны выходит. Ну что он такой, что ему приходится хвататься он за колонну и прятаться за колонну. Вот как бы так. Не судьба. Капиталистическая техника. Когда наши уже придумают нормальные телефоны? Дело в том, что я еще планировал сейчас выйти в этот, в эфир хотя бы на ТикТоке, но видимо не получится, ребят. Увы, не судьба. Но вот такие вот парни у нас сильные есть. Купаются даже при 6 градусах тепла. Это воздух. Вода может быть чуть-чуть теплее, там порядка 9 градусов. Как бы вот так. Ну что, всем говорю до свидания, всем пока. Потопаю обратно уже, раз такие дела. Может быть... О, волк пришел. Думаю, кто тут рядом со мной так шоркает. Может быть, там где-нибудь я включусь в эфир попозже. Если включится iPhone. До новых встреч, побежал.